пошла в жопу. Итак, всем привет, я стал богатым. И у меня какой-то бомжеский голосочек. Вот теперь нормально. Так вот, вот ролик с Mi Band, там их надо связать с моим телефончиком. Ага, сейчас много времени. Так, дальше, цепь Арго с Лео Макс и бом Гуччи. Ага. Ну и основной лук, а еще новые тапочки. Также я купил новую машину. Смотрите. У бомжа появились деньги. Много. Опа. Итак. Ключи потом. Ром-тур поразвалю. Ой, Бугатти Вейрон. Итак. Что у нас тут есть? Моднявое сиденье бизнес-класса. Также есть сабвуфер. Чтобы можно было слушать музыку. Панель управления и самое дорогое железо. Это титан. Очень дорогое. Под капотом ничего нет, потому что двигатель сзади. Пойдемте посмотрим на наш двигатель. Двигатель от обычной развалюхи Лады. Ничего здесь особенного. Только вместо трубы им труба. Блять, бензин украли! Как я поеду? Ах, точно, у меня же есть дизель. А, на сух бак не будет нормально. Итак, что еще тут? Самая охуеть какая дорогая проводка. Динамчик. И тут будет. Что, заводим развалюху? А. Я не знаю, как ее заводить. Ну, вставим звук, что она заводится. Блять. Итак, о моих цепях. Цепи я вам уже говорил. Цепь с Лео Макса, бомж Гуччи и роликсы кварцевые, бамс 3000. Да, где я их поднял? Да очень просто, я сделал трейд с Игорем, хотя это почти одно и то же. Ну так вот, они очень дорогие. Эта цепь стоит 2 миллиарда, ничего. Эта цепь стоит триллиард миллиардов, ничего. И целые цепи 50 тысяч миллиардов, тоже ничего. Угу. Ну еще тут такой сплав дорогой, смотрите. Горжусь своими доходами. Ага. Ну что, погнали! Let's go, come on!